Всем привет! С вами снова Клейтон и Флойд. Добрый день! Добрались мы до такого ролика, как приглашение на турнир. Давно обещали. Был я в отъезде, Антоша был при работе. Вот, добрались, решили сделать корректно, толково, хорошо, чтобы было понятно. Мы решили провести турнир для новичков. Давно мы об этом разговаривали. Назвали мы его «Восходящее солнце», «Rise of Sun». Будет он проходить на клан комьюнити. Антош, покажи нам, пожалуйста, правила, наверное. Начнем с этого. Так, правила будут выглядеть вот так вот. Правила, ну, участие, я скажу так. Правила вы прочтете сами, то есть ограничения там, да, и все такое. Там никаких сложностей не будет. Я думаю, с пониманием, если будут какие-то сложности, ниже мы об этом поговорим еще. Участие в турнире может принять любой желающий, у которого менее 400 часов в Сёгуне наиграно. Аватар должен быть. Будет проводиться по аватару Ванила, да, что очень важный момент. Это не будет классика, это не будет ФОЦ. Это будет именно аватар Ванила. Игрок не участвовал до этого ни в каких турнирах, таких крупномасштабных, так скажем, да. Если это были какие-то своячки, то это не учитывается. Но я говорю там о Кубке Нации, там еще что-то, прочее. И если этот человек играл, допустим, в компанию, и у него нет особого опыта в мультиплеере, возможно исключение. То есть если у вас там 402 часа, и вы хотели бы попасть на турнир, но не можете, мы, конечно, готовы рассмотреть любые предложения. Сразу столблю за собой тему. Готов, ну не то, что готов, могу отказать любому из участников по своему желанию. И даже объяснять причин не буду. У нас на данный момент зарегистрировалось 8 пользователей. Один из них выбывает. То есть 7 человек уже зарегистрировалось. Покажи нам, Антош, наверное, регистрацию. Да, давай сейчас открою раздел, где регистрация. Собственно, кстати, вот покажу сейчас раздел, как выглядит. То есть темы, куда заходить, куда тыкать. Все ссылки в любом случае будут в описании под роликом. Повторюсь, то есть турнир проходит на clancommunity.ru. Вы заходите вот на главную страницу сайта, где видите все проходящие турниры. Так сложилось, что все международные турниры, они показаны сверху. То есть, если вы зайдете на этот сайт и не увидите турнир для новичков Rise of the Sun, это значит, что вам нужно просто пролистать чуть-чуть ниже, потому что он находится в разделе «Национальные турниры». То есть, это чисто турнир для русскоязычных игроков. Параллельно идет довольно-таки много турниров, ветки постоянно обновляются. Да. То есть как бы он может убежать вниз. Ну, давай расскажем по поводу регистрации. Да, вот тема регистрации выглядит вот так. Все очень просто. Вы пишете свой никнейм, под которым вы вообще ходите, да, в Steam, там, в игре. То есть, я думаю, ну, идентичные вещи. Там, например, Иван Пупкин. Если вы состоите в клане, например, там, я не знаю, УССР, Вемилитера там. Или РТК. Без клана там. Неважно, вы без клана, короче. Вы ставите просто тупо прочерк. Ссылка обязательно на Steam профиль. Пожалуйста, я вас очень прошу. Не держите закрытые Steam профиля, чтобы я мог посмотреть, какие ачивки вы имеете. Сколько у вас наигранных часов? Сколько наигранных часов? Ну, то есть, как бы тут и вообще никаких проблем. И, пожалуйста, чистовой поиск свой напишите, да, ну, то есть, в Москве, как это будет. Чтобы мы, могли понимать, кто вообще зарегистрировался, откуда. И чтобы ваш оппонент тоже мог понимать, да, какая разница может быть. Есть еще одна у меня такая внегласная просьба. Всех участников, которые зарегистрировались на турнир, и прошли по всем канонам, то есть им было дадено на это добро. Если я кому-то не дам добро, я лично найду и отпишу. Но, пожалуйста, добавьтесь в друзья Флойд ВМ. Ссылку на описание Стима мы тоже оставим ниже. Либо спишитесь с Антошей Клейтоном. То есть
это будет идентично, информация до нас дойдет, мы порешаем, что с этим делать. Ну, кстати, небольшое упущение было. Вот я сейчас в главную тему правил, да, добавлю твою ссылку стимовскую туда. И если вы все правильно сделаете, вы зарегистрируетесь на сайте Quant Community, зарегистрируетесь, то есть составите пост в регистрации, то есть и там, где правило, в любом случае, то есть будет ссылка, ой, да, на его Steam профиль. Если вдруг у вас будут какие-то проблемы, с, допустим, у вас давно существует на Quant Community аккаунт, но вы не можете восстановить пароль. Бывают такие проблемы с Quant Community, к сожалению. Вы можете обратиться на VM-форуме. Будет создана специальная ветка под турнир. Вы можете написать туда, например. И есть люди, которые у нас с этим разберутся в ближайшее время. То есть главное, чтобы это было написано, чтобы мы могли на это дело отреагировать. Если у вас любые проблемы вообще, вы можете оставить... Также там свои там какие-то бучи, там, я не знаю, что все может, все что угодно может произойти. Также вы можете оставить в Дискорде от канала самого сайта, то есть Клейтона. Ну, о чем еще хотелось сказать? Хотелось бы побольше видеть участие. Ребята, если у вас есть кто-то из друзей, какой-то напарник, может быть, вы кого-то видите по игре, с кем-то сдружились, там, просто знакомый, предложите, попытка не пытка, и, глядишь, мы соберем хорошую ветку. Ну и на этом, наверное, я думаю, надо завершать этот ролик, потому что, как бы сказать мне больше так, ну... Ну, тогда от себя добавлю, сделаю небольшую рекламу. Ребята, сайт Quant Community, на нем практически проходят все самые важные турнирные события в русском Total War Community, да. Просто заходите на главную страницу сайта и можете следить за тем, какие турниры проходят, какие турниры стартуют. Внизу есть разделы для общения, то есть, ну, грубо говоря, фудилка. Можете здесь есть, то есть даже типа как что-то наподобие таверны, можете там найти новых собеседников, то есть есть архив турниров, где, то есть, вы можете просмотреть все прошедшие турниры. Это большая энциклопедия турниров по всем играм Total War практически, да, по Первому Риму, Медиву и так далее, то есть куча турниров. Там в архиве вы можете найти даже видео финалов разных турниров, чемпионатов и кубков наций и так далее. Ну и вот внизу вот есть чат, в нем тоже можно переписываться. И самое последнее, что хотел сказать, сентябрь это будет Россия. Чемпионат России, да. Так что да, обязательно следите за форумом. Я еще хочу добавить, забыли мы об одном очень приятном моменте. Первые три места на этом турнире, они будут призовыми. Будет разница там, конечно, в призах, но тем не менее. И, то есть вы не играете просто так, вы играете действительно за приз. У вас есть возможность поучаствовать действительно в хорошем турнире, проводимом на хорошей площадке. Надеюсь, и админы, и вы останетесь довольны. Поэтому как бы есть за что побороться, но есть на что и напороться. Так что будьте аккуратны. Ну, на этом, наверное, давайте нам тоже заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Пишите комментарии, лайки, там, не знаю, кто не подписался, подпишитесь. Ну и на этом все. Спасибо, до свидания. Всем пока.